Всем привет! 17 мая на телеканале «Украина» состоится премьера 16-серийной детективной мелодрамы под названием «Спасти Веру». В центре сюжета супруги Вера и Виктор Новиковы. Кажется, что у них прекрасная жизнь, но накануне десятилетия свадьбы череда трагедий, а также тайн из прошлого и шантаж делят жизнь семьи на «до» и «после». Вера и Виктор празднуют новоселье. К ним должна прийти сестра Веры, Нина, со своим женихом Игорем. Но Нину в этот вечер находят мертвой на улице. В это же время в город возвращается Валентин, который 4 года назад был женихом Нины. Тогда Вера узнала, что он торгует наркотиками, и дала показания против него. Теперь Валентин полон желания отомстить Вере и Игорю, который украл у него невесту. В этом сериале достаточно запутанный сценарий и огромное количество персонажей, но зато зрителям будет более интересно распутывать эту головоломку.